За минувшие выходные в регионе произошло 7 пожаров, на которых погибло 2 человека. Самое крупное возгорание зафиксировано в субботу в Кохме. Огнеборцы тушили цех по производству подушек на территории бывшего ОАО «Кохма-Текстиль». Когда первые подразделения прибыли на место, на первом этаже двухэтажного здания происходило открытое горение синтепона. Быстро пламя распространилось на второй этаж и кровлю. Огонь уничтожил 800 квадратных метров постройки. Жертв и пострадавших удалось избежать. К ликвидации пожара привлекались 64 человека и 22 единицы техники. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации производственного оборудования.